дозвольте, я представлю до нашої студії завітав Ігор Драчевський, лікар-отоларинголог. Доброго ранку, Ігор Іванович. І за книгу рекордів Гіннеса нежить найчастіша захворюваність. Але я думаю, що нам і без Гіннеса, і без книги зрозуміло, що ми стикаємося з цією проблемою. Отож, перше запитання до вас, я думаю, воно буде логічне. Звідки береться нежить? Насмарк. Или ринит, медицинский термин, это воспаление слизистой оболочки носа. Так. Отдельно выделяют синусит, это воспаление придаточных пазух носа. Угу. Сразу скажу, что не всякий насморк является признаком болезни. Дело в том, что организм так устроен, что слизистая носа выделяет секрет, который обладает и защитным, угу. и антибактериальным действием. Так. И угу. это про, то есть, если это, этот секрет есть, для чего-то он нужен. То есть надо отличать естественные физиологические проявления выделения секрета и патологические, угу. которые вызваны причинами. Тобто я вас буду перебивати протягом нашої розмови. Виділення із носа – це нормально для кожної людини, да, правильно? Не варто панікувати, якщо вони у нас да, є. Да, не стоит паниковать по той простой причине, что уже известно, что в общем взрослый человек в течение всей жизни до 3 лет может ходить с заложенным носом. Угу. И никаким последствиям это не приводит. Угу. А в течение года до 10 раз у человека может быть насморк. Коли ж звертатися до лікаря? Які мають бути симптоми, що це не просто нежить, що це не просто виділення, а потрібна фахова допомога? Дело в том, что насморк нужно рассматривать не отдельно сам по себе, а на причину его возникновения. Угу. Для начала стоит сказать, что существует 4 причины возникновения патологического насморка. Давайте. О естественном насморке мы говорили. Так. Во-первых, это микробы, вирусы, угу. это то, что мы называем острая респираторная вирусная инфекция mm-hmm. и острая респираторная инфекция. Второй момент – это аллергия. То есть в воздухе есть какие-то аллергены, mm-hmm. и это тоже вызывает насморк. Він відрізняється від вірусного нежиттю, алергічний? Он отличается, безусловно. Третий момент, так называемый вазомоторный ринит. Угу. Он еще до конца не изучен, но вот в быту это считается, что мы выходим с теплого помещения, как сейчас студии, на мороз. И сразу, или ветер внезапно сильный на улице начинается, угу. это уже тоже таким образом наша слизистая реагирует. Реакция. Да, это реакция, это защитная реакция слизистой. Вот это mm-hmm. вот. Иногда, в общем, он до конца еще не изучен, но тоже, в общем-то, это является такой вот ситуация между нормой и патологией. И четвертый момент, это насморк может быть как реакция на прием определенных препаратов. Mm-hmm. Например, yeah. препаратов от давления. Ну, чаще всего, больше всего беспокойство вызывает насморк, который связан как проявление респираторной инфекции. Угу, ну, да, ведь это насморк, он сам по себе и не проявляется. Угу. Начинается все с недомогания, угу. с симптомом интоксикации, с повышением температуры до 38 и выше. Угу. Иногда насморк сначала появляется, а потом температура. Иногда сначала высокая температура, а в дальнейшем присоединяются другие явления, такие как насморк. Угу. Дуже часто ми чуємо від матусі, у моєї дитини постійний нежить, постійно закладений ніс, там виділення білі, зелені. Що це, як варто лікувати нежить і як не варто лікувати?
лікувати? От таке запитання до вас. Любое лечение насморка лучше всего начинать с промывания носа соответствующих. Сейчас в аптеках очень много жидкостей для промывания носа. Это все очищенная морская вода. Есть еще, можно обыкновенным физраствором, который в любой аптеке продается и используется для внутривенных введения лекарств. Як щодо народних методів? Тому що дуже часто ми, наші бабусі ще навчили гріти ніс синьою лампою. Хтось кладе мішочки сіллю на ніс, хтось взагалі сіллю промиває. Ваші рекомендації з цього приводу? Це корисно чи не варто цього робити? Ну, тут все... Надо оценивать по конечному результату. Да, потому помогает этому человеку и нет. Но традиционная медицина к этому относится, скажем так, оно не поддерживает. Это все остается на усмотрении пациента. То есть тот человек вправе сам выбирать метод лечения. Но традиционная медицина за это ответственности не несет. Ну, зрозуміло. У мене знайома є, в неї постійно закладений ніс. От вона спить вночі, прокидається, в неї закладено все. Вона постійно на краплях. От ваша рекомендація з цього приводу, чому постійно? Я розумію, там періодами, а якщо постійно вранці закладений ніс протягом дня, і як не увійти в цю залежність від крапель, постійно користуватися ними, суднозвужувальними, суднорозширювальними і так далі? Дуже хороший вопрос. Сейчас проблема большая, это злоупотребление сосудосуживающими каплями или деконгестантами. Так. Они, в общем-то, это эффект бумеранга. Они вызывают, во-первых, они вызывают спазм сосудов и вызывают сильно сушат слизистую носа. И самое главное, они вызывают привыкание. Они очень быстро, залежность вызывается, от этого. Потому что многие люди, они уже не могут жить без сосудосуживающих капель, начиная с нафтизина. И примеров тому нет числа. То есть в оптимальном варианте я бы вам рекомендовал такой спрей, который есть сейчас в Украине, которому в аналогов нет в Украине. Это септоназал, производство славянской компании КРК. Тобто це входить в залежність від нього? Да. Оно не визиває зависимость. Там, оказывается, четыре действия. Значит, во-первых, он очищение, потом там есть пантенол, который способствует заживлению и восстановлению слизистой оболочки, и антисептическим действием. То есть он промывает нос и пробивает одновременно. Я зрозуміла. И там есть, кроме того, там есть серебряная нить, поэтому там количество его, флакон так сделан, что количество лекарства строго дозировано. И он проходит через серебряную нить, а серебро обладает антисептическим действием. Это его уже можно и детям вживать, и детям, да, и дорослым? Да, его можно и детям с 2 лет употреблять, и взрослым. Чи є якісь заходи профілактики нежиттю? Хто не хоче страждати цією проблемою, цією хворобою? Специфической профилактики, к сожалению, нет. Во-первых, тут вернемся к началу разговора, что это важна причина. Если это причина частые респираторные инфекции, это значит их профилактика. Профилактические меры могут быть как общие, так и индивидуальные методы. Индивидуальные – это повышение иммунитета, даже вакцинация против гриппа. Якщо алергічний нежить, варто звертатися до лікаря, все ж таки, правильно? Да, варто звертатися до лікаря.
И стоит, конечно, обследоваться у аллерголога, чтобы выяснить причину аллергического ринита. Потому что причины могут быть самые разнообразные. Это аллергия и на пыль, и на пищевые продукты, и в том числе на паразиты, которые у нас есть. Так, обмаль у нас часу, на жаль, чи можуть бути ускладнення від нежиту? Я маю на увазі хронічний нежить і лагодніше, які можуть бути ускладнення, чи є вони? Есть. Е, да, значит, ну вы правильно сказали, что любой насморк можно на острый, как любое заболевание, и хроническое. То есть хроническое – это следствие острого. Угу. Не, точнее, недолеченное острое состояние, угу, или неправильно леченное. То есть в таких случаях что? Если длительный насморк, не запускать это дело, а своевременно обращаться... Вы кажете, длительный нежить, який це час має бути? Тиждень, два, три, щоб ми вже маємо звертатися до лікаря, що все, це вже ну, варто лікувати. Який термін? Ну, срок такой где-то, ну, от, если свыше двух недель насморк. Если свыше двух недель. Ну, вы же знаете народную мудрость. Респираторная инфекция проходит за 7, если лечить его за 7 дней, а если не лечить, за одну неделю. Так, ну, так, В принципе, вот это вот насморк, это, к сожалению, такая, ну, состояние, которое организм способен к самоизлечению. О, оце найголовніша теза, яку ми сьогодні почули. Я вам дякую, Ігор Іванович. Ігор Драчевський, лікар-отоларинголог, був у нас і підтримуючи нашу розмову. Не хвилюйтесь, якщо у вас є виділення, це не страшно, і нежить – це нормальна ситуація, яка може траплятися і з нами. Тому панікувати не варто. Я вам щиро дякую.